слюни текут. Тает во рту. Вообще бомба. Какой-то отвал башки. Приветствую, друзья. Рад приветствовать всех на канале Мукучинара. Наконец-то мы на улице. Наконец-то хорошая погода. Плюс 15, но еще лежит снег. Мы сегодня готовим в казане лагман. Лагман — это такой суп, не суп. В общем, это, как сказать, лапша с бульоном, с таким соусом из мяса и овощей. Можно сделать из говядины, мы сегодня будем делать из баранины. Нам понадобится, собственно, все просто. Баранина, картошка, морковка, лучок, помидорчики и болгарский перец. Ну и дофига зелени. Сначала обжариваем мясо, потом закидываем все овощульки, все это долго-долго-долго тушим. И потом с лапшой подаем. Все максимально просто. Погнали готовить. Послушайте, как птички поют, ребятки. Весна близко. Разжигайте грили, разжигайте мангалы и гоу готовить. Сначала давай подготовимся с овощульками. Картошечку будем резать мелко. Вот на такой вот кубик. Теперь порежем морковку. Кто на канал подписан давно, знает, что у нас здесь трасса самолетная проходит. Я не один за одним, один за одним. А сейчас нема никого. Летать только птички, да. Летать некуда. Режем перчик. Можно желтый, можно красный. Можно такой, знаешь, который уже почти испортился. Потому что нам все равно его в суп класть. Лук полукольцами. Тоже нам надо его дофига. Поэтому не стесняемся. Кстати, держите лайфхак. Чтобы не плакать от лука, носите очки. Теперь помидорка. Помидорка даст нам сочность. Тоже в произвольном порядке ее режем. Самолет летит. Так, зеленушку тоже подготовим. И кинзочку, и петрушечку можно. Корешки не берем. Так, мясо я принес. У нас сегодня это две голяшечки и две лопаточки. Барашка. Еще нашел кусок вот такой вот мраморной говядины. Его сейчас тоже порежу. И мы его тоже туда отправим. Я так думаю, что вот такими вот большими кубиками и будет нам зашибенно. Ну и все. Пошли жарить. Немножечко маслица. Как же классно, братцы, на природе. Не хватает только 50 капель. Маленький я достал, чтобы большие получше обжарить. Так, мяско мы достаем и начинаем сейчас обжаривать овощульки. Как вам, кстати, мой фарточек? Лимитированная версия, коллаборация с Criminal Brand. Он подтягивается под размер любого человека, он длинный. В нем можно вот щипчики вот так вот раз. И приспособить. Вот так вот потом можно делать. Будет шататься.
общем, на сайт ко мне заходите, там все есть. Так, теперь к лучку отправляем морковку. Причем, я думаю, можно и морковку, и картошку. Они примерно одинаковые по времени готовности. Ароматика. Фантастика. Мисяо. Возвращаем на родину. Большими такими кусками. Так, давай перчиков. Смотри, какая красота здесь будет сейчас. Чесночку. Помидорчики. Еще чуть-чуть маслица. Солька. Сольки надо много. Потому что у нас объем большой. Соль вообще, ребят, 100 грамм на килограмм мяса. Две таких жменечки кладем пока. Приправка. Хмели сунели. Водичку. Так, чтобы покрывала все наши причиндалы. Можно не водичку, можно пивко, например. Все, больше не будем. Сейчас доведем до кипения. Сделаем так, чтобы был прям маленький-маленький жар. Ну и все, будем ждать, когда мясо станет с костей свариваться. Смотри, какая у него куртка есть. Разработана специально для гриль-мастеров, что ты мог одеть ее поверх своей одежды, да, и не бояться запачкаться. Тут смотри, какие удобные есть эти. Смотри, раз. Вот так, смотри. Хубана! И куртка легким движением руки превращается в майку. А сзади что? А сзади туша. Туша свиньи, наверное. Так, давай поглядим, что тут у нас происходит. Ароматика фантастика. Пахнет барашком и перчиком. Ух ты, косточки у нас уже отходят, да? Значит, самое время засыпать зеленуху. Зелень, ребятки, не экономим. Сейчас зелень закинем и пойдем заниматься макаронами. Макароны мы купили, ну не макароны, ладно уж, лагман. Лагман мы купили уже готовый. Там написано, что надо его немножечко приварить. Мы его сейчас приварим, по мисочкам расфасуем и будем кайфовать. Лапшичку мы приварили. Сейчас мы соберем лагманчик. Оп. У меня уже слюни текут. В предвкушении вкусной еды. Смотри, кость отвалилась. Лопаточная. Давай. Вместе с бульончиком, вместе с мясом. Ой-ой-ой. Вот он, ребятки, лагман. Он может быть как жидким, как не жидким. Я уверен, что сейчас мы весь бульон выпьем гораздо быстрее, чем всю гущу съедим. Потому что бульон просто пушечный. Мы сейчас пробовали его на вкус, это какой-то отвал башки. Во. 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 Это царская порция. Господа, это какой-то праздник. Мой, наверное, самый любимый суп, потому что я люблю макароны. Даже больше, чем картошку. Да. Тает во рту. А макарошки? Покупные, но все равно каковые. Так, ребятки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.
в какой бы социальной сети вы ни находились. Ждите новых выпусков. Это лето будет жарким. До новых встреч и до встречи в моих роликах.